Привет! Вы на канале Тима Вита и Тимаша! Привет, друзья! Сегодня у нас распаковка Анубиона! Мы купили специально дешевый Бейблед, но чтобы посмотреть, насколько хорошая эта подделка и как она себя поведет в бою. Фирма называется Торнадо. Давайте рассмотрим, что же там у нас на упаковке нарисовано. Давай! А вот как сам выглядит Бейблед Анубион. Да, здесь видите, показан, какой должен быть энергетический диск, силовой диск. И плохо видно, какой драйвер, но... По-моему, темно-зеленый. Или темно-зеленый, или темно-синий, что-то непонятное. Так, здесь давайте рассмотрим. А это что за герой? А, это хозяин нашего Анубиона. Зовут его Акира Яматога. Он очень жизнерадостный и общительный мальчик, кстати. Давайте посмотрим, что там внутри коробки. Был бы ли Акира Яматога рад такому волчку вот от фирмы Торнадо? Посмотрим, да? Да. Тимофей, давай распаковывать коробку и смотреть, что же у нас здесь. Так, энергетический диск. С ним вроде все в порядке. Да, круглая, тонкая конструкция. Смотрите, ребята. В центре изображен шакал, такой интересный. И имя Анубис – это имя божества древнего Египта, который изображался с головой шакала и человеческим телом. Вот поэтому здесь и нарисована голова шакала. Благодаря круглому дизайну энергетического слоя Анубион обладает отличными защитными свойствами, а также прекрасной выносливостью. Так, ну что ж, давай посмотрим теперь на силовой диск, энергетический диск мы сюда положим. Давай нам теперь силовой диск. Что же там в силовом диске? Вот он, а тут, по-моему, не звезда. Да, посмотри, здесь не звезда. А тут нарисована звезда. О-о, ребята, силовой диск у нас какой-то совсем не тот. И здесь написана цифра 5. Насколько я помню, цифра 5 у Джиниуса. Вот я не знаю, я точно не буду утверждать. Ребята, пожалуйста, напишите, а от какого Бэя вот этот вот силовой диск, так как он, ну, точно не от Анубиона. И это первое разочарование. Угу. Вдруг он тоже не такой. Ну, давай посмотрим, какой у нас драйвер. Так, Тимофей, что у нас там с драйвером? У него другой цвет, светло-зеленый. Так, ну хорошо, и цвет другой, и, по-моему, здесь основание драйвера другое. Он должен быть широким и плоским. А ну, давай посмотрим на картинку. Вот, он вот здесь должен быть широким и плоским. А у нас... такой вот острый, короче говоря. Ну как, он не то что острый, но такая пимпочка. Ребята, от кого этот наконечник? Напишите нам тоже в комментариях, пожалуйста. Да, какой-то он не такой. Ну, зато красивый. Ну, красота здесь дело в том, что не поможешь. Он у нас какой-то, я не знаю, мутант. Анубион-мутант. Да. Посмотрим, как он поведет себя в бою. Интересно, а с кем мы тогда его будем сражать? Давайте со Спрайзеном. Спрайзен 2? Да. И с кем еще? С Рактавором. С Рактавором и Вольтриеком. Ну, давайте с ними попробуем и посмотрим, кто же кого. Ребята, а вы все-таки нам напишите в комментариях, от кого же нам детали подсунули к Анубиону. Итак, мы собрали нашего Анубиона-мутанта, наклеили на него наклеечки, вот такие вот у него ушки нашего шакала. А теперь к бою! Первый бой. Анубион против Спрайзена. 3, 2, 1, гоу! Погнали. Опа, Спрайзена. Ага, смотрите, как классно. Так, Спрайзен занял позицию стабильную и проиграл? Да. Ого! Анубион-мутант пока не выигрывает? Хорошо.
Раунд второй. 3, 2, 1, догонялки. Так, Спразин хорошо пошел, прям аж взлетает. Догонялки. Большие атаки. И кто кого? Сейчас пока правильно Маша говорит, догонялки. Смотрите, прям одинаково. Ого, 1-1. Интересно. Раунд третий. 3, 2, 1. Шоу. Да, хорошо, Спразин пошел, только бьется о стенки арены. Это плохо, он сам же себя тормозит. Да, смотрите, Анубион проигрывает. Или Тима плохо запустил? Я, по-моему, плохо запустил. Ну, в любом случае, даже если плохо запустил, уже проиграл. Значит, у нас уже 2-1 в пользу Спразина. Четвертый раунд. 3, 2, 1, гоу! Так, хорошо. Спразин так очень аккуратно атакует. Небольшие атаки, видите? Разбил! Спразин разбит. И... 3-2! Анубион выигрывает. Ого! Вот это у нас мутант. Ну что ж, давайте следующего. А кто следующий сражаться будет? Рактовор или Волтроед? Рактовор и Анубион. Не, я имею в виду... Рактовора сейчас берем. Да. Хорошо, отлично. И следующий бой между Рактовором и Анубионом. Раунд первый. 3, 2, 1, гоу! Красиво идут. Я плохо запустил. Ну, кто ж тебе доктор, что ты плохо запустил? И получил. Плохо запустил и получил. Получается пока 2-0 в пользу Рактовора. Запускай лучше. Раунд второй. 3, 2, 1, гоу! Хорошо идут. Вот сейчас Тима уже хорошо запустил. Теперь посмотрим, чья же будет победа. А-а-а! 4-0. Да, и Рактовор показывает себя с лучшей стороны. Здесь Анубиончик проигрывает. Ну и последний, давай Волтроека. Да. Давай, Маша, Волтроека, и будем сейчас еще один бой. Вот наш Волтроек. И последнее сражение. Волтроек против Анубиона. 3, 2, 1, гоу! Так, хорошо идут. Анубион, кстати, атакует. Смотрите, Волтроек занял такую позицию. Ну да, атаковался. 2-0. Его и Волтроек разбил. Прекрасно. Второй раунд. 3, 2, 1, гоу! Как-то Маша Волтроека запустила наискосок. Посмотрим, чем это все закончится. Кажется, Анубион. И Анубион проигрывает Волтроеку и проигрывает Рактовору. Но выигрывает у Спрайзена, да? Да. И выигрывает у Спрайзена. Как неудивительно. Ну вот какой-то такой итог у нас. А теперь приветики! Передаем привет! Айс Драгон Лазарев, Алиса, Андрей, Саша, Матвей, Дима Матросов, Андрей и Антон. Привет! Привет, друзья! Богдан, Вадим, Роман, Влад Левченко, Владик, Глеб Костин, Денис Васейко. Привет! Передаем привет от нас! Дима Борчук, Дима Изариф, Дима Маргунов, Егор Милинский, Иван, Игорь Липчий. Привет! А еще приветик Карен, Кирилл, Люба Назарова, Любомир ТВ, Максим, Руся Рулит и Миша. Привет! Передаем привет Назар,
а также Никита, Оксана, Олег Прокопенко, Сева Шестаков. Привет! Очень приятно, что нас смотрит Португалия. Привет, Сальвадор! А также Тима, Супер Кирилл, Лайк 99, Яник, Ольга. Привет! Вот эти каналы попросили привет! Привет! Веселого лета вот этим каналам! Привет! Передаем привет вот этим всем каналам! Привет! Если вы хотите еще приветиков, напишите в комментариях. И если хотите, чтобы мы назвали вас по имени, не забывайте его написать тоже в комментариях. А теперь пока-пока! Пока! Пока! Пока!